Доброе утро, дорогие подписчики. Включил прибор, первый сигнал, и вот такое кольцо. Ну непонятно, это уплотнительное что ли какое-то. Оно как на конус. Копаю тут недалеко с поселком, прямо рядом с домами. Буду потихоньку говорить, чтобы никого не смущать. Первая находка. Идем дальше. Время 8:40. Уже кто-то тут строить начинает. Не знаю, дадут мне покопать. У меня второй сигнал, и вот такая огромная подкова. Просто пипец, посмотрите. Почти как моя нога. Видать, от какого-то тяжеловоза. Здесь мы ее в этом лесном музее оставим. Железные сигналы тоже копаем. Никто не знает, что может попасться. Ну вот смотрите, идет сопуточка. Это у нас вилла. Может быть садовые, короткие такие. Оставляем их здесь. И вот эти... Это у нас навес. Видать, ворота вешали. Ну, признак неплохой, что здесь не копано. Выпало вот таких три детальки в одной ямке. Сперва я думал, что же это такое. Потом сообразил. Это у нас, скорее всего, циркуль был. Вот так вот выглядит он. Ну, попробовал, позвонил, а остальных запчастей рядом нету. Ладно. Ну, вообще, такое впечатление, что здесь никогда не копали. Место рядом с домами. Надо хорошо походить здесь. Еще одна находка. Она на что-то подозрительно похожая. Здесь ее оставим. Ну, в принципе, находочки не сказать, что какие-то особенные, но лезут. Вот видите, ключик. Ключик в хорошем состоянии. Немножко погнутый, но целый. Забираем. Это, наверное, от сейфа. Не ошибался, что здесь никто не копал. Вот видите. Тоже кто-то повесил на дерево два уголка от ворот. Так что, но сигналы есть пропущенные. Пока копаю железо. Ключик вот такой выпал. С одной стороны непонятно. Вырез какой-то здесь. Такие рога. Какой-то спецключ. Большой железный сигнал. Корни задолбали, блин. Представляете? Рублю. Ящик какой-то докопался. Железный. Пока еще не знаю, что. Вот поднял в одну сторону. А там ни хрена, по-моему, ничего. Ладно, сейчас посмотрю, если что будет, покажу. Ну, а вот хоть какая-то интересная находка. Это у нас карабин. Коротенький такой. Либо егеря. Прям маленький карабинчик. К-98. Такой образца. Ну, обычного он подлиннее. Затвора нету. Он рассоперенный карабинчик. Только остался крючок. И все. Так что как-то так. С него уже не пострелять. Металлолом.
еще один экземпляр в лесной музей. Вот так он пускай стоит. Первая сегодня монета. И это цинк 10 феннингов. Сейчас посмотрю, что тут видно. 1818 что ли. Не может быть. Еще сейчас посмотрим. Или 1918. Ну это цинк, вряд ли это такая древняя монета цинковая была. Пока идут железные находки. Вот такое кольцо. Непонятно ничего, оно с ручками. А я добрался до какого-то ручья. Пойду, думаю, вдоль по ручью. Так, по склонам немножко. Будем здесь ходить. И снова подкова на удачу. Только ее пока не видать. Такие места офигенные. Смотрите, и склоны какие, ручей там внизу. Попробую здесь вот по горочке походить. Вышел к ручью. Такая красота. И находки не нужны. Так отдыхаешь, идешь, просто балдеешь. Посмотрите, какая красота. А птицы как поют. Все еще надо. Живите, радуйтесь. Смотрите тут. Похоже, косуля подходила к воде, пила воду. Вот здесь вот гора. Внизу тоже склон. А вот здесь вот как будто дорога проходила. И она шла вот туда. Там между вот этими горками. Попробую здесь походить. Здесь вот, похоже, звериная тропа проходит. Натоптанная, свежая. Главное, с лосями не встретиться, с лосенком. И здесь вот первая находка у меня на дороге. Это вот такая у нас гильза. Сейчас покажу вам, где-то. Вот. Так вот, 43-й год, 513. Блин, долбил корни, лопата туповатая, но все равно выдернул. А это у нас диск от ППШ, правда уже сдохший. Ну, просто как находочка. Все-таки я нашел ее. Под корнем, тем более. Сейчас мы посмотрим, что тут. Механизм. Ага, пружина целая. Он был, во-первых, без крышки и без патронов. Кто бы мог подумать. Прозвонил я дальше эту ямку. А там смотрите что. А это у нас магазин от штурмгевера. Ну этот похоже полный. Сейчас мы его расколотим. Сейчас. Так. Опа. У нас тем более есть тут. Сейчас мы сфоткаем его. А потом раздолбим. Заодно и этот туда его прикопаем. Такой уже, да, ушедший. Да, вот они, патроны. Полный магазин был.
сигнал был железный, все равно копал, и смотри, что выкопал. А это похоже светломаскировочные эти щиточки на фонари на автомобиль вешали. Сам щиток уже развалился, а все кошки целые остались. И похоже красного цвета. Сейчас посмотрим, этот какого цвета. Этот желтого. Видать, стопори, поворотники. И вот этот маленький, непонятно. Какого цвета. И где он там крепился. Ни хрена ничего не видно. Ладно. Это бросаем, а стеклышки заберем. От трубки ничего я не нашел, никаких запчастей. Ну вот чуть-чуть дальше прошел, пошли запчасти. Вряд ли это от губной гармошки, слишком большая. Наверное, от аккордеона какого-нибудь. Большая деталька. Дальше попробуем, походим рядышком. В этой же ямке, где была эта... От гармошки деталька. Вот такая выпала железка. Такой похоже, что-то как на дульник. Только от чего, блин? Здесь вот отверстие, здесь. Ну, вообще, это мои предположения. Кто что может еще сказать? Вторая за сегодня монетка. Копеечка 67-го года. Чуть на год постарше меня. Хороший сохранничек. О, о, смотрите, это кто это? На меня бежала, даже не испугалась, сучка. А кто это был? А, вон еще. Вон наверху побежал. Зверек какой-то. Что-то типа норки. Обалдеть. Озверели. Похоже на рассыпуху. Вторая копеечка монетка. Смотрите. Единственное, не знаю, какого года это будет. Это у нас 68-го. А это вот моя. Ну, зачетик. Это мой завтрак и обед. Наверное, 4 калории всего здесь. Время 12 часов. Буду туда двигаться, в сторону остановки. До обеда дойду. Пока доеду, самый раз будет. Самое вкусное в семечке в яблоке.
комары замучили. Ну я, правда, выбился. Но все равно надоедают. Крутил сколько хожу. Здесь рыбы не видно. Может, когда воды побольше заходит. Вот так хожу по ямкам, смотрю. Вроде не видать. Яблони вырастет, семечку уронил. А яблоки будут вот такие. Вот и все. Что это было? Опа. Это был нож. Помыл немножко стеклышки. Вот это, похоже, габариты были. Он немножко подплавился от этих от лампочек. Часто пользовались. Стопори целенькие. И вот этот темный, очень темный. Что это, блин, за такой? Прям темненький цвет. Пошли дальше. Залез вот под это дерево, видите, сигнальчик был слабенький. Оказалось, что это кусок телефонной трубки. Не знаю, советская, немецкая, больно уж тонкая она. Сейчас попробую вокруг полазить, может быть, второй кусок найду. Пока тут положен. Никаких клеем, ни опознавательных знаков, ничего нет. Да, вышел. Это дорога была, выходила, вот она к мосту, здесь переправа была. Бетон вот разворотили, остался. Моста уже нету. Шел по речке, смотрю. Вон валяется бидон. Попробую его с той стороны достать, здесь глубоковато, у меня сапоги короткие. Вряд ли там что есть, ну так, на всякий случай. Скорее всего, кто-то схрон находил, бидон в воду скинули, в полной грязи. Часть шильдика нашел. Что-то тут написано. Это металлолом, хлам. Вышел на то место, откуда пришел, начал свой путь. Ну, хожу немножко тут, край леса. Еще можно махать, а там трава высокая, без толку ходить. Первый сигнальчик, ключик. Ключик у нас на 24. И это советский. USSR, да? Нет, Русия. Саша. Видать, недавно его потеряли. Сверху здесь сейчас оставим. Может быть, кто-то найдет, заберет. Ну, наверное, буду заканчивать видео. Смотрите, последняя находочка какая. Что-то с типа ступицы колеса. Ну, это ладно. Вот смотрите, какое кольцо. Это у нас оно бронзовое. Его не сбить, ни с собой я его не потащу, это точно.
Может быть, кто на машине будет, заберут. Потом срубят это кольцо. Ну, так приличное такое, широкое, толстое. Ну и все на сегодня. Всем пока-пока, кто досмотрел видео. Всем спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Какая прелесть, да?